они могли бы стать обладателями «Оскара». Кто-то из них мог бы взять «Золотую маску» или премию Каннского фестиваля. Но ничто из этого не сравнится с заработком в летний сезон в Крыму. И пока пляжи пустые, а в бананах латают дырки, смотри шоу «Well Done». Быть или не быть, смотреть или не смотреть, вопрос однозначно понятен, так же, как и ответ. Смотрите, ребята, это второй сезон шоу «Well Done». Мы начинаем! Ребят, здравствуйте, всем привет, 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 привет! Неспроста фразу Шекспира, как бы я процитировал, у нас сегодня в гостях потрясающие актеры театра. Справа от меня это музыкальный театр. Виталий Таганов, аплодисменты ему! Меня зовут Виталий Александрович Таганов, он же Виталий Саныч, он же Таганчик, он же Таганыч, он же Тагаш, он же Таганович. Я 13 лет работал в драматическом театре, он меня достал. Мне захотелось праздника, я ушел в музыкальный театр. У меня свои счеты с драматическим театром. Я хочу посмотреть в глаза этим драматюкам. Сегодня столкнемся. А слева от него сидит очаровательная Татьяна Корниенко. Всем привет! Меня зовут Таня, и я представляю Крымский академический музыкальный театр. Ну что, сегодня будет очень-очень жарко, потому что назревает битва между музыкальными и драматическими артистами. И я думаю, что мы победим, потому что это будет битва как Хабиб и Конор Макгрегор, где мы будем за Хабиба, я надеюсь. И ближе всех ко мне Арсен Джемилев. Ваши аплодисменты, да! Всем привет! Меня зовут Джемилев Арсен, я артист музыкального театра. И мы сегодня принимаем бой от ребят из драматического русского театра. Сегодня будет просто ресталище, и я победю. Я побежду. Ну, мы победим, короче. Вот. Ребят, мы победим. Когда ты говоришь таким голосом, ты априори настроен на победу. Спасибо всем. Да. Напротив них, в некой конфронтации, но исключительно сегодня, на непродолжительное время, актеры драматического театра. Ваши аплодисменты. Да. Итак, Антон Навроцкий. Это он. Всем привет, меня зовут Антон Навроцкий. Мы представляем театр имени Горького. Русский академический театр имени Горького, который сегодня разложит на нотки музыкальный театр. Очаровательная Кристина Овчаренко. Здравствуйте, меня зовут Кристина Овчаренко. Я актриса Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Сегодня наши оппоненты – это музыкальный театр. Ну, мы, конечно, победим, потому что мы красивые, успешные, талантливые и, конечно, молодые, а не какой-то там пенсионный фонд. И, конечно же, Дмитрий Еременко. Без него некуда. Всем привет, меня зовут Дмитрий Еременко, я из команды Русского академического драматического театра. Сегодня наш соперник – музыкальный театр, но кто в финале будет страдать, а кто петь, мы еще посмотрим. Друзья, есть еще один человек, он очень важен в нашей программе. Его зовут Денис Япаров, это наш диджей, ваши аплодисменты! Итак, ребят, теперь, чтобы нам начать, нужно назвать наши команды. Поэтому по одному представителю от каждой команды подойдите, пожалуйста, ко мне. Будет решаться ваша судьба. Становитесь здесь, лицом к лицу. Битва... Не бойся, я с тобой, мы вместе. Смотри, на Суефа, кто побеждает, тот называет свою и команду противника. Тот дает ей название. Итак, давайте-ка, поехали. Давай, Тося. Суефа. Это была достойная битва. Спасибо. Итак, что произошло только что? Не знаю, ничего, по-моему, все честно. По-моему, все в порядке, я не знаю. Ребята видели, по-моему, все. Итак, называем теперь свою команду и команду противника. Команда противника будет называться как? Ну, не знаю, у нас есть несколько вариантов, как бы я с ребятами еще не советовал. Так, давай. Я предлагаю, что мы назовемся артисты. Артисты, а здесь команда? А здесь был вариант статисты. Но? Итак, давайте быстрее. Итак, вы артисты, а это команда? Это хор. Хор, отлично, есть у нас название. Супер.
Друзья, начинаем. Первый конкурс очень простой, называется он «Поисковик». Суть простая, ввел в одну поисковую систему некое словосочетание, и самый популярный топ запросов, который выпадает по этому запросу, нужно вам угадать, что же это такое. Исходя из того, что вы театралы, запросы были, соответственно, театральные. Давайте для вас первое. Ввел словосочетание «театр теней». Как думаете, какие варианты еще были по этому запросу? Театр теней, кукольный нет, есть как бы для детей, ну можно считать, 5 баллов у вас есть, аплодисменты, да, ребята? Можно так делать, да? Можно, давайте даже так, даже вам можно ответить, давайте думаем. Театр теней. Москва. Нет Москвы. Нет Москвы. Ну-ка, театр теней. С руками связанная рука. Своими руками. А-а-а. Театр теней. Еще 5 баллов у вас есть. Да. Театр же теней же. Ладно, все. Давайте следующее слово. Теперь начнем с вас. У вас как бы опять пора первого года. Итак. Театр музыка. Что? 2019. Нет такого. Театр музыка балет. Театр музыка балет. Сейчас я вот это. К моему удивлению, здесь нет балета. Театр музыка. Мюзикл. Мюзикл. Театр музыка. Да, есть. Театр класс мюзикл есть. Да, 5 баллов вам еще. А ты спал, чего? Театр музыка. Возрождение. Возрождение. Нет. Ребята, в средних веков с натяжкой возрождения туда можно как бы... Конечно! 5 баллов! Ладно, в любом случае вам аплодисменты, балл набранный, да. Клавесио, конечно. И продолжаем, ребят. Для начала счет. Денис, озвучь счет. Какой после первого конкурса у нас? Есть у нас счет. Команда «Хор» получает 15 баллов. И... Но актеры получают 5 баллов. 5, ну тоже неплохо. Один лишь Хайзенберг, уважаемый Виталий, наградил вас аплодисментами, что в принципе хорошо. Спасибо. Друзья, двигаемся далее. Следующий конкурс называется «На языке верчу». Иногда бывает такое, что вертится название песни на языке, не можешь вспомнить. Вот надеюсь, что вы сможете вспомнить название песни. Текст ее я перевел с русского на болгарский, украинский, французский, немецкий, потом вновь на русский. Надеюсь, что смысл практически не поменялся, и вы сможете угадать эту песню. Кто от вас один, кто-нибудь? Давайте. Аплодисменты. Итак, читаем вслух. Слушаем. Почему же такие запутанные идеи? Вопрос. Почему свет часто слабый? Вопрос. Я пришел к вам из моей прошлой жизни. Точка. Честно говоря, запятая нет. Я буду сидеть где-нибудь в открытой машине. Если ты помнишь, пожалуйста, прости меня. Тогда возвращайся, меня здесь нет. Нет, я сяду кабриолет. Артисты. О, это кто поет? Почему? А я сяду. Славянская. Пута. Есть, это оно, это оно. Аллегрова, плюс 5 баллов. Да. Кто поет? Итак. Явно куплено все в этом. Ребят, напоминаю, нужно... Поднять руку, крикнуть название команды. Итак, да. Танюш, давай. Читай в эту сторону. Небо в твоем сердце – это просто доверие. Я не говорил твои ладони в небе. Луна и звезда разделены на две части. Как легко жить в огромном мире. Небо пальм влияет на белый свет. Небо в моей ладони очень яркое. Артисты есть, да? Что? Небо на ладони. Кто поет? Сосо Павлячили. Да, 5 баллов. Небо на ладони. Будешь угадывать, Антон? Да, без проблем. Есть у меня еще одна. Итак, есть у нас еще одна песня. Поехали, читаем. Так. Вы не будете сообщать мне о своей красоте, но это будет поздно ночью, и вы все равно примете меня не сегодня вечером. И скажите мне, что я не прав. Но дайте мне сегодня. Дайте мне хор. Название программы. Сюткин. Да. Вы стой. Вы скажи, вы хоть сказали название своей команды. Сказали, кто же я сказал. Сюткин, абсолютно верно. Так, я умею читать. Точно? Это уже плюс. Это радует. Давай. В первый день весны на краю земли. Хор, есть Меладзе. Ты сказал хор, ты сказал Меладзе. Есть 5 баллов.
Тебе нужен яркий праздник, друг? Идея, праздник, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Итак, друзья, у нас уже известен счет. Денис, озвучь его. Какой результат? Несмотря на то, что у нас сегодня присутствуют такие классные команды и музыкальный театр, казалось бы, ваша стихия почти вдули этот раунд, друзья. Вы зарабатываете, тем не менее, 29 баллов. 29, отлично, есть. А актеры, догоняют. 15 баллов у нас есть у актеров. Ладно, ребят, двигаемся далее. Следующий конкурс называется «Что за покемон?». Один человек от команды выходит сюда на мое место, сзади него вывешивается стикер, и он может задавать целую минуту абсолютно любые вопросы, чтобы угадать личность, нарисованную на этом стикере. Команда, которая сидит в составе двоих человек, может говорить только «да» или «нет». Все понятно? На все про все у вас будет ровно минута. Итак, кто начнем? Давайте с вас. Где кран? Виталий, прошу вас. Там ступенька. Многоуважаемый Виталий, ваш черед, смотрите. Итак, прошу стикер вывесить. Стикер уже здесь, команда оппонентов. Прошу вас просто молчать. Договорились? Стикер у нас уже есть. Итак, все, личность ясна. Денис готов, минута пошла. Я живой? Да. Женщина, мужчина? Мужчина. Мужчина. Мужчина, да. Я актер? Да. Киноактер? Да. Театральный актер? Советский, русский? Нет. Зарубежный? Голливуд? Да. Я Шварценеггер? Да. Я Шварценеггер! Я Конан! Тихо! Я нормально! Я Конан! Я сердце сплачет! Аж моему сердечку оружие. Адреналин! Досрочный ответ. Команда получает 10 баллов. Молодцы! Да! Ребята, от вас, кто готов так срочно? Есть! Итак. Стикер, пожалуйста, на стеночку у нас. Не-не-не, это не он. Молчим. Денис готов. Готовы? Минута пошла. Живой. Мужчина. Да. Русский? Да. Актер? Нет. Певец? Нет. Спортсмен? Да. Да. Блин, боксер? Нет. Спортом занимается? Почти, нет. Почти. Занимается, да. Занимается спортом. На Олимпийских играх выступает? Нет. Сколько? Старше 30? Да. Старше 40? Да. Старше 50? Да. Старше 60? Нет. Это Протаганова сейчас старше 60? 50 лет, да? Да. Спорт. Спорт какой? Тяжелый спорт? Нет. Легкая атлетика? Нет. Плавание? Нет. Коньки? Нет. Бег? Нет. Ходьба? Нет. Танцы? Нет. Танцы спорт. Господи, что это? Стоп. Вот теперь думаем. Смотрите, минута завершилась. Но если ты сейчас сможешь как-нибудь угадать вот эти танцы гопачок, действительно, я думаю, что за гопак. Это футбол, да, подсказывал Антон. Итак, это футбол. Известная личность, культовая, я бы даже сказал, для России в некоторой степени. Старше 50 по версии Антона. Итак, у тебя есть возможность сказать, это он. Давай... Дзюба. Почти. Ты Слуцкий. Антон, прости. Спасибо. Кто? Кто? Быстро. Нет. Танюша, аплодисмент. Танюша, да. Итак, все то же самое. Смотри, стикер уже на стене. Мы уже видим. Да? Тихо. Да ты знаешь, расскажи мне. Денис готов? Таня готова? Минута пошла. Да. Женщина? Нет. Мужчина? Да. Актер? Нет. Значит, певец? Нет. Спортсмен? Нет. Певец? Нет. Спортсмен? Вернись туда, нет. Обратно. Актер? И? Нет. И кино? Ну нет! Что? Да, да. Не, да. И? Что? Актер? И? Ну! Певец? Нет. Что? Нет, давайте дальше. Давайте. Ну нет, актер и? Актер и? Да не актер. Да ну и? Актер театра и кино, не знаю, актер и... Актер! Юморист, я не знаю. Актер! Ну это... О,
Который вот это вот все. Ну, вот этот, который собирает актеров. Режиссер, режиссер, что ты делаешь? Дальше, дальше, дальше. Сарубьев, Галимуд. Русский. Да. Михалков. Почти русский, почти. Все. Итак, гонг был, давай думать. Это сложно. Это было сложно. Это даже не слуцкий. Это сложно. Это сложно. Я бы сказал, это глыба. Почти. Я забыла, спросила, не Голливуд, это не Голливуд, это русский, 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 русский. Давай, назови, назови, назови. Так, сейчас, да сейчас. Это сейчас. Не, скажи просто Леонид Хейфиц или как-то. Ладно, спасибо, это был Хейфиц. Спасибо, спасибо. Друзья. Артисты? Опять Антон, давай-ка посмотрим. И следующий стикер, мы видим, кто? Да, видим, молчим, видим. Денис готов, Антон готов, минута пошла, поехали. Я живой? Нет. Нет, нет. Я мужчина? Да. Да. Я связан с творчеством? Да. Актер? Нет. Режиссер? Да. Не живой режиссер? Россия? Да. Россия, не живой режиссер. Так, Станиславский. Батя здание. 10 баллов. 10 баллов. Почему 10? Да, срочный ответ был. Так, 10. Молодцы, Кристина, браво. Итак, друзья. В нам счет, Денис, озвучь его, какие результаты сейчас у нас. Так, артисты набирают 25 баллов. Ребята, не убивайте интригу, боритесь, потому что хор набирает 39 баллов. Ребят, появился у меня белый ящик. Это значит, начинается конкурс «Кто там?». Что? Кто там? Действительно, здесь может быть кто, здесь может быть что. Нужно, чтобы один человек от команды подошел ко мне сейчас и, просунув сюда руки, угадал на ощупь, что же там находится. Арсен не терпится. Ладно, Арсен, погнали. Остановись, стой, стой, подожди. Дай-ка нам на секундочку подглядеть, что же там находится. Итак, сегодня там кое-что небольшое, маленькое. Тебе придется это угадать. Итак, поехали. Это гребень. Нет, 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 нет. Я не подсказываю, говорю, просто. Щупай дальше. Акися, да. Не смотри на них. Следи за ними. Я слежу за ними. Ну так что, мысли какие-то есть? Это брошь. Брошка. Нет, и не брошка, нет. Ну подкалывал меня, подкалывал же уже. Это вставная челюсть. Это пластинка. Да, да, зубная пластинка. Есть. 10 баллов есть. Угадал. Все в порядке. Да. Спасибо. Да. Итак, друзья, двигаемся дальше от вас. Ты смельчак. Итак, стоп, подождите. Для начала как бы мы посмотрим, что находится в боксе. И глянем. Эмоции при себе. Так, красава. Итак, готов? Слава Богу. Давай. Молчим. Жаба какая-то, что ли? Что? Это жаба? Да! Мужественный, мужественный, просто после трогания. Но 5 я тебе больше не дам. Давай-ка узнаем счет, Денис, после этого неоднозначного конкурса. Счет какой? 49-35 у актера. Друзья, двигаемся далее. Я рад, что вы так друг за друга болеете. Видимо, как бы переживаете, да? Кто ж тут? Нет, нет, мы артисты, мы же... Играйте роль. Якобы вам не все равно. Друзья, следующий конкурс называется «Кикадзару». Я думаю, всем вам известна композиция из трех обезьян. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не говорю. Так вот, обезьяна, которая ничего не слышит, и зовется «Кикадзару». Сегодня один из команды будет играть роль Кикадзару, а другой будет пытаться сквозь музыку, которая доносится в эти наушники, рассказать ему словосочетание. И прочитав по губам, только можно будет понять, что же это за словосочетание.
С кого начнем? Давайте с вашей команды. Кто? Давайте мы. Кто? Оп, есть. Садитесь сюда на подиум. На подиум. Надевай наушнички. Итак, друзья, все очень просто. Есть у меня определенное словосочетание, которое я прямо сейчас скажу на ушко Виталию. Танюш, слышишь нас, да? Да. Он плохо слышит. А вот теперь все, тебе уже не нужно слушать. Есть, слушаешь? Итак, слово полосатое, стекловато. Поехали. Минута пошла, поехали. Да. Полосатая. Большая. Полосатая. Полосатая. Стекло. Стекло. Полосатое стекло. Стекловато. Стекловато. Да! Полосатое всегда. Посмотрите священника. Музыка реально идет, прям без приколов, реально идет. А Ван 5 баллов, молодцы. Вы выдали максимум из своего химического таланта. Кто будет говорить? Я. Кто? Говорю я. Поехали. Кристина, вам наушнички. Вам наушнички. Итак, я врубаю песенку, она уже идет. Midnight City, да? Хорошая песня, да? Отлично. Дружище, твое слово трусливый героизм. Давай-ка попробуем, давай. Нормально. Минута пошла. Поехали, Денис. Трусливый. 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 Героизм. Героизм. Герой. Героизм. Да. Есть, Денис, 5 баллов опять же, да. Друзья, продолжаем, двигаемся дальше. Нам нужно узнать счет. Счет по итогам всех конкурсов. Какой, Денис? Можно счет, пожалуйста. Счет не очень меняется с начала первого конкурса. И тем не менее, 54 у хора. Ну и получает свои 40 баллов команда артистов. Есть, да! Давай живее! Некие изменения произошли за секунду, а как бы кто-то уже нас не видит, да? Криста, ты. Да, и да. И именно с очаровательной нашей Кристи мы и начнем. Смотрите, я вам даю ручку. Вот я. Конкурс называется Куинджи. Куинджи он называется неспроста. Всем известен Архип Куинджи, наш русский художник, мастер живописи. А сейчас мы будем просить вас с закрытыми глазами изображать Куинджи. Каким образом? Левая часть рисунка нарисована, нужно правую часть нарисовать. Смотрите, я вас разворачиваю, в руки даю. Сейчас, вот, да, это мольберт, вот он, флипчарт есть, да? Вот он, маркер, вот здесь пишущая сторона. Подсказки коллег по цеху могут быть любого рода. И мы начинаем рисовать. Итак, разворачиваемся еще раз. Мне нужно знать, это пломбир, рожок? Это рожок. Минута пошла, поехали. Рожок. Где кончик? Вот тут? Нет. По центру. Значит, ставь маркер на центр. Нет, еще центре. Правее. Выше. Стоп. Это рожок, на который накидали много разного. Давай, веди вправо. Нет, линию делаем. Вокруг там много разных. Вот они как мороженое. Шарики. У клоунов. Из оно такое. Нет, веди линию от центра вниз. По кругу. Так, Крис, бери сверху, вот там где-то начиналось. И делай как бы овал такой, большой овал. Как бы это большое мороженое. Веди вправо. Вот так? Мольберт. Нет, в другую сторону. И чуть-чуть правее. Начинай. Да. Хорошо, крути. Заворачивай один, а теперь от него еще один крути. Еще опять. Хорошо, заворачивай. Вот так, молодец, все, спускайся вниз. Все, теперь ниже надо вафельку ее. Правее. Вафельку добавляй. И конусом вниз. Да, конус, как будто вот вафелька, рожок. Да, время, все. Снимай повязочку, смотрите. Ну, очаровательно же, аплодисменты Кристине. Это Куинджи? Это Куинджи. А можно вопрос? Не давай! Унес флипчарт! Он резко подорвался. В любом случае, этот вор к нам вернет. Я знаю, Виталий, он домой не унесет точно. Все, ставь здесь. Практически схоже. Я думаю, 10 баллов за это получить можно. 10 баллов! Ей!
Я уже вижу, что Танюша готова. Танюш, давай руку. Идем ко мне. Правила те же. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Вот он ключа, вот она ключа, вот он отсюда и вот до сюда. Автобиографическая песня. Есть, понятно, да? Это персонаж мультика. Да ну что? Отлично, поехали. Танечка, подожди. Нет, Таня, проверь. Ручку проверь. Рисуй круг. Круг, да. Можно назвать его. Выше, выше, выше. Не рисуй, не рисуй. Выше, выше. Рисуй, поставь на маркер, не надо. Центр поставь. Подождите, смотрите. Левее маркер, левее маркер. Значит, зубы маркер. Левее еще, ну по чуть-чуть, чуть-чуть выше. Выше, левее. Прямо по линии левее еще, но и левее, не вверх. Главное, схематизм видать. А теперь рисуй. Да, чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Вот отсюда веди круг. Полукруг. Вот, вот еще веди. Иди, иди, иди. И заводи, вниз. Заводи, заводи вниз. Заводи. Дальше. Дальше. Теперь дальше вот туда. Где ты вела круг большой? Вернись. Да, 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 да. Правее вниз, правее. Еще, еще. Рисуй еще маленький круг. Еще, еще правее, правее. Еще правее. И отсюда тоже такой большой круг. Большой. Большой, но это маленький. Ну нормально. Ухо, есть, есть ухо. Ну так. На центр круга. И здесь рисуй тут круг. Дали время кости. Кругляши. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Снимай повязку, смотри. Классно было, когда он сказал, я подсказывать не буду. Давай, рисуй, блядь. Это Чебурашка будет. Я слышала, как я тебя спел. На наших глазах произведение Татьяны Кориенко «Чебурашка». Это сюрреализм. Не, ну я согласен, ну 5 баллов за это дать можно, однозначно. Прекрасный Чебурашка, да. Это прекрасный Чебурашка. Итак, Денис, озвучь счет нам, пожалуйста, какие цифры сейчас? Есть две цифры. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, хор 59. Да? А здесь? 50. Ну, 50. Ооо! Близко, близко. Смотрите, есть еще один момент. Я не могу ослушаться режиссера, который сидит выше. Ему сверху виднее. Ему сверху виднее. За сложность рисунка 5 баллов просили прибавить. Еще плюс 5 баллов хору. Но мы двигаемся далее. Здесь у нас будет происходить конкурс под названием «Крокошто». Крокодил. Один человек от команды выходит сюда, на подиум, и ровно за минуту должен показать максимальное количество слов, а команда должна их отгадать. За каждое угаданное слово даю плюс 5 баллов. За пропуск слова, если команда не может угадать, минус 3 балла. Итак, здесь можно как набрать, так и лишиться баллов. Если вы понимаете, о чем я говорю, значит, давайте начнем с вас или с вас. С кого? Ну, не по Пашу. Не да. Не по жизни. Готов? Не по жизни, просто вот. Итак, смотри. Да. Арсен готов? Денис готов? Итак, твоя минута пошла. Я же говорю, оратор. Оратор, певец. Певец. Как? Опера. Оперный певец. Что это? Артист. Что? Не знаю, не знаю. Пропускаю, пропускаю. Припев. Так, корона, король. Величество. Величество. Нет, король, это самое. Астра. Господи. Ну, это, блин. Отлично. Астра, блин, это самое. Пропускай, пропускай, давай, пропускай. Шлем. Был шлем. Король, рыцарь. Вот говори. Рыцарь. Пропускай, давай. Кавалергард. Царство. Царство, да? Ну, царство. Пистолет. Так, как это, глушитель. Глушитель. Ну, что, дуэль? Пропускай, молодец, ты не молодец. Это слово калибр. Молодец. А калибр, калибр. Там такие слова, ребят, я тупой. Садись. Танюша, итак, смотри, условия те же самые. Таня готова, Денис готов, минута пошла. Монашка! Монашка! Да? Монахиня, ладно, да. Монашка. Так, официантка! Блюдо, блюдо, меню, блюдо, поднос! Есть! Смотри, вытягивай. Кролик, кролик, морковка! Морковка, да!
сейчас все поверстает. Нет, давай. Аноним. Так. Молодцы. А стол. Да. А кровать, кровать, одеяло. Смотри, посмотри, спальня. Да. Спальня. Так, о, господи, дальше, да? Сталь. Ага. А грибы, собирать грибы, как гриб. Гриб, молодец. Рыбак, удочка, удочка. Поплавок, поплавок. Улов, улов. Улов, да. Так, болото, нет. Болото, минное поле. Я знаю, смола. Не угадали, не угадали. Смолу, но это было отлично. Танюша, молодец. По сравнению с предыдущим, это, конечно, припев, калибр. Показать припев. Итак, мне припев показать? Денис, готов? Виталий, готов? И время пошло. О, не знаю. Бег! Лыжи, лыжи! Биатлон! Олимпиада! Олимпиада! Что это? Медаль! Спортсмен! Олимпиада! Норвежец! Так, ага. Поехали. Казан, суп, кастрюля. Блин, я же говорю, вот тут орёт. Бочка, да, бочка. Бочка. Вонь, запах, туалет. Ты задыхаться. Противога. Подномарливая повязка. Господи, дым, пар, пар. Дым. Так, до 20 секунд начинаем. Да, есть. Итак, принцип у нас все тот же. Смотри, ты готов? Денис, готов? Минута пошла. Лед! Скользко, лед! Лед! Каток! Нет! Подскользнулся! Лед! Скользко! Да, да, как это? Лед, скользко, лужа, я не знаю, как это скользко. Лед! Каток! Следующая, давай, снег! Лед, снег. Давай дальше, давай дальше. Что давай холодно, дальше. Зима. Гололед. Первый блин комом. Дом, дома, дома, постройки. Ставни, ставни, колонны. Колонны, да. Колонны. Еще дальше. Большие колонны. Греция. Помпезно все. Греция, большие колонны. Дом на колоннах. Арка. Колонны большие. Помпезнее, чем колонна. Что может быть? Ты руководишь чем-то, да? Архитектор, архитектура. Есть, архитектура же. Маленькая что-то, отвертка. Гвоздик, маленький, шурупчик. Шуруп, болт. Как они там еще? Шуруповерт, болт. Маленький, гайка. Гайка. Так, стой, подожди, ну что, может быть, добей, хочется вам дать. Ну давай, ну. Винтик. Есть. Да я не верю, что это винтики. Погнали, Антон. Смотри, условия все те же. Да. Антон готов, Денис готов. Минута началась. Поехали. Машина, гонщик. Занос. Пробуксовка, букс. Трасса. Ты перепрыгнул. Упал. Разбился. Молчи. Обочина. Терка. Да. Гадость. Липкое что-то. Липкое, гадость. Какое-то. Нет, это нормально. Ну что, это гадость. Мерзость. 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 Гадость, мерзость. Фу. Дальше, давайте. Зараза. Мой хороший. Любитель животных. Ну? Любитель животных. Любитель кошек. Собак. Кинолог. Кинолог. Дрессировщик. Разводчик. Разводчик животных. Нет. Следующий. Собачник был. Все. Ну, кинолог, собачник. Ну, я кинолог и собачник, это раз. Собачник, что собачник. Собачник. Истина, погнали. Давай попробуем. Собачник. Ну да, собачник, фиг его знает. Итак, Денис готов, Кристина готова. Минута пошла. Едешь, машина. В машине. Дорога. Идеальная. Обочина. Яма. Яма. Выбоина.
Я правильно слышал? Ровное, ровное что-то ровное. Асфальт. А это яма. Не ровное, а что-то обочины. Бордюр. Неровные, яма. Яма. Ладно, следующий. Овраг. Бездорожье. Собака. Блохи. Блохи. Блоха. 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 Ага. Ты. Так. Ты по... Прямо назад. А, регулировщик. Гаишник. Большой. Перекресток. Я понял. Что-то самое. Разные стороны. Да, да. А карта, компас. Да, это... Юг, север. Север, да. Так, ты. Ты. Yeah. Учительница. Погода. А, город погоды. Ведущая. А, регион, страна. Картина. Ты ведущая. Все, погода, все. Ведущая. Ну смотри, ну вот почти, да, все, все, время ушло. Подожди, как бы, но сейчас. Ты отлично, Кристина, показала. Смотри, вот она что-то показывает и говорит, вот все, вот это что, как бы, я вся стою, это прогноз погоды, а я вам загадала слово... Телевидение. Нет, погода. Погода. Погода, ладно, есть баллы, есть. Да как так-то? Давайте подытожим все-все-все, что уже было. Баллы какие, Денис, да, назови. Да. Команда хора набирает 78 баллов. Вот! А команда актеров 65 баллов. Боу, неплохо, неплохо. Тебе нужен яркий праздник, друг? Идея, праздник, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Последний завершающий конкурс, называется он «Блиц-шприц», потому как он быстрый, мгновенный, и сию секунду нужно будет мне дать ответ на вопрос. А ровно за 5 секунд нужно будет назвать три чего-нибудь. Начинаем с вас. Давайте-ка с... Назови мне, пожалуйста, за 5 секунд города, которые начинаются на буквы «ТУ». «ТУ». «Тула», «Ташкент», «Таганрог». Есть! Отлично! 10 баллов! Итак, 5 секунд. Назови мне, пожалуйста, марки автомобиля на букву «С». Сиат, Ситроен и Саап. Саап, есть такая тачка? Точно. Конечно. Ну, естественно. 10 баллов, да! Итак, за 5 секунд назвать русских актеров с именем Александр. Александр Балуев, Александр Олешко и Александр Песков. Песков. Нет, нет, это не актер, Александр. А кто? А кто? Ты его не читаешь. Александр Песков актер. Да ну вы что, вы издеваетесь? Не актер, он артист. Ребята, это артист эстрадного жанра. Итак, ребята, за 5 секунд не успели, но 5 баллов даю. Аплодисменты, да, есть. Дорогой мой Хайзенберг, начнем, Виталий, с вас. Итак, за 5 секунд... Три картины Репина. Это мишки все. В лесу, господи, да вы что, эти самые грачи прилетели? Да все. Это был удар Виталию в его дружеское плечо. 5 баллов я даю за потуги. Человеку и так трудно вспомнить, кто такой Репин. Мы для пенсионера взяли, пусть знает, кто такой. Двигаемся далее. Танюш, вопрос для тебя. Три цветочка на букву «Г». Георгин, гвоздика, господи, потому что... Гладиолус! Есть, смотрите, да, да, да. Глобус, глобус, глобус. Гладиолус, она имела в виду. За 5 секундочек не успела, 5 баллов я тебе даю в любом случае. Есть, да. Уже мы вам дали фоль. Арсен, итак, давай, я надеюсь. Назови, пожалуйста, их всего 3, поэтому вариантов других не будет. 3 оперы Чайковского. О, вот и все. А Щелкунчик? Да. С победой. Черный лебедь, как его? На пруду качает павшую. Можно я? Евгений Онегин, ты глаза. 5 баллов за потуги было, ладно, дружище. Взяли его, молодцы. Друзья, ну это все у нас, все конкурсы уже прошли, осталось только узнать счет. Денис, давай. Интрига в самом разгаре, потому что буквально 3 балла разделяет от звания победителя. Ну? И сейчас мы их узнаем, потому что хор набирает у нас 93 балла. 93 да? А больше или меньше команда артистов набирает 90 баллов. Ура!
во-первых, поздравляю команду победителей. Вы проходите дальше. Это ваш главный приз. Ну а вас, друзья, я приглашаю сюда на подиум подаваться. Да. Уже. А насколько есть возможности, я хотел вам выбрать самые лучшие книги. Книги великого Станиславского мы вам дарим. Уверен, с удовольствием будете читать и наслаждаться. Спасибо. Вам еще раз спасибо большое. Аплодисменты вам. Да. Занимайте свои места. Но и это еще не все. Дорогие друзья, прямо сейчас вы можете голосовать уже в социальных сетях за звание лучшего игрока сегодняшней серии игр. Из шести вам нужно выбрать только одного. И по итогу голосования мы наградим его специальным призом. Он будет необычный, красивый и только лишь для одного игрока. Голосуйте в социальных сетях. Вам спасибо. Вам спасибо. Телезрители, всем спасибо. Пока. Это было шоу Well Done. До встречи. До встречи.